Всем здравствуйте! Это прогноз погоды на пятницу 22 июля. На территории Кировской области ожидается малооблачная погода и небольшие дожди. В Кирсе и Уржуме днем обещают плюс 24 градуса, в Вятских Полянах, Налинске, Яранске и Лузе плюс 25, в Котельниче плюс 26, в Слободском плюс 22 градуса. В Кирове в пятницу обещают облачную с прояснениями погоду, плюс 24 градуса днем, плюс 15, плюс 16 ночью. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 58%, ветер северо-восточный до 1,5 метра в секунду. Световой день продлится 17 часов 16 минут. Луна убывающая. Это был прогноз погоды на пятницу 22 июля.